2 апреля в результате инцидента на подстанции ТЭЦ-2 на короткий срок были обесточены 486 многоквартирных домов и 50 объектов соцсферы. Подачу энергии восстановили путем ввода в работу резервного кабеля. До 9 вечера управляющие и ресурсоснабжающие компании завершили переподключение тепла ко всем объектам жилого фонда. Предварительная причина происшествия – технологический сбой на сетях ПАО МРСК «Волги». На ярмарке в Ленинском районе, которую посетило более 18 тысяч человек, ульяновцы приобрели 13 тонн картофеля. Торговля велась с 215 машин. Для гостей ярмарки была организована дегустация овощных солений и маринадов, а также работа волонтеров, которые оказывали пенсионерам помощь в доставке продуктов. 31 марта 3500 человек и 194 единицы техники в рамках санитарной пятницы приводили город в порядок. Улицы и дворы, парки и скверы. По итогам работ собрано 769 кубометров мусора.